Toyota Alphard. Это у нас версия 2017 года до рестайл. 30-й кузов, а это именно он, начинается с 2015 по 2017. Дальше идет у нас рестайл. Рестайл отличается от нашей версии, что сильно намного он отличается. Здесь вся морда будет изменена. Картинка вот тут. Где-то здесь. В рестайловой версии вот здесь передняя часть как будто бы под стеклом. Вот. Дальше, что у нас? Это офигенная оптика, дневные ходовые огни, повторители. Здесь все по навью, как мы любим. Автомобиль премиум класса, что от него ждать? Гибрид, офигенные штатные колеса, сказать нечего. Дальше идем. Эффект парящей крыши, то есть у нас две стойки. Одна вот здесь, одна вот здесь. А вот этот вот весь отрезок, то есть вот такой вот, он получается и правда в воздухе, получается парит. Комплектации в Японии на очень-очень много, их миллион, а где-то, наверное, 2 миллиона. Только одних комплектаций вот этих вот альфардов. У нас среднячок, то есть это не самое низкое, но и не самое высокое. Что-то ниже среднего. Заднюю часть даже рассказывать не буду. Вот здесь у нас находится, как и во всех брендовых люксовых автомобилей, у нас абсолютно пустое заднее стекло, и дворник прячется в спойлере. Просто наслаждайтесь задним видом. Двигатель 2R, точно такой же двигатель располагается и у кого? У Toyota Harrier. Один в один. Они просто взяли Toyota Harrier. Они просто взяли Toyota Harrier и засунули в Alphard. Едет, конечно, этот двигатель не как на Харьке, потому что автомобиль больше, длиннее, шире, но со своими обязанностями справляется великолепно. Здесь у нас, смотрите, находятся две установки гибридные. Двигатель и гибридная установка на переднюю ось. Также сзади находится еще один электродвигатель, который уже идет на заднюю ось. Получается у нас полноприводный гибридный автомобиль. Как-то так. Вот. Сказать больше нечего, кроме как класс. Кстати, аккумулятор находится сзади. Позже чуть покажу про него. Про двигатели рассказывать нечего. Новый двигатель, который абсолютно прекрасно справляется с своими боевыми задачами. Ключ Alphard выполнен в оригинальном стиле Toyota. Здесь что у нас? Закрытие-открытие, настройка, открытие-закрытие электродверей боковых и закрытие багажной двери, то есть последний. Вот, ключик мы убираем и переходим к рулевому месту. Рулевое место, что про него рассказать? Про него даже не очень сильно хочется рассказывать, потому что этот автомобиль для кого? Для бизнесменов, которые будут сидеть сзади. Ну, а водителю достается всего лишь руль с деревянной вставочкой, кожаный руль с подогревом, это обязательно, фуловый мультируль, тут он полностью, принятие, отклонение, музыка громче, музыка тише, радио, переключение, все здесь есть. Дальше пробежимся по кнопочкам. Здесь кнопочка слева от меня находится предотвращение столкновения. В более побольше комплектациях там также кнопки есть открытие и закрытие дверей. То есть здесь мы не можем управлять, но повыше чуть класс, там можем все делать. Кнопки, на которые никогда никто не обращает внимания. Машина за такие деньги, и тут есть эко-режим. Anti-use. Evo Mod, это то есть, чтобы автомобиль двигался только на батарее, которая находится сзади. И также, как бы это смешно не звучало, но здесь есть ручной
ручной тормоз. Вот. Он от кнопки нажимается. Великолепно сделали в виде коробку передач. Это дерево, ну, под дерево. Здесь какие-то для бархатные какие-то или велюровые вставочка. Вот, вот так вот это обалденно смотрится. Здесь небольшие подстаканнички, которые можно регулировать по размеру. Либо это одно большое помещение, либо можем разделять на напитки. Ну, стаканчик побольше, стаканчик поменьше. Также это закрывается. И здесь небольшая площадочка под современный гаджет, то есть под ваш телефон. Подлокотник. Подлокотник сделан в стиле крауна, то есть открытие у нас с двух сторон. Он довольно-таки широкий и очень приятный на ощупь. Что здесь внутри? Внутри это USB вход, USB порт для зарядки, либо iPod, чтобы слушать. Далее HDMI, который мы сюда подключаем свой гаджет, там, ноутбук, и выводим все изображение на телевизор. Также можно смотреть. И зарядочка на 100-вольтовая, 12-вольтовая и 100-вольтовая. Вот. Что еще и рассказать? Про кнопочки справа от меня. Это у нас все 4 электрические подъемника стекол, регулировка зеркал, закрытие-открытие, блокировка окон. А вот здесь самые сокровенные кнопочки водителя. Я бы их так назвал. Это у нас включение и выключение приводов с двух сторон электро, автоматические переключения ближнего на дальний свет, то есть мы едем в дальние поездки, у нас включен дальний свет. Как только детектор обнаружил, что впереди встречка, он автоматически переключает на ближний свет. Вот такая вот функция. Дальше подогрев руля, как и во всех гибридах, здесь есть эмулятор звучания двигателя. Ну, так как машина довольно-таки очень тихая, чтобы искусственно создавался звук, и впереди прохожий слышал этот звук. Вот. Кстати, запоминание сидений здесь выполнено в 3 режима, то есть можно для 3 человек автозапоминание сидений. Также здесь сделан подстаканничек под дерево. Вот, что еще. Здесь небольшой у нас кармашек для, наверное, каких-то маленьких дел. Маленькие дела сюда. Электрическая кнопка, запустим автомобиль. Автомобиль запускается бесшумно. А, кстати, по поводу электрорегулирования сидений. Вот, здесь он регулируется по высоте, по наклону сидушки, то есть прям как чуть ли не массаж не делается. Вот, поэтому настраивайте как хотите. Что еще рассказать? Управление мультимедиа и происходит прямо с руля. А, мультимедиа. Мультимедиа у нас поддерживает USB, флеш-карты, диски, то есть чего она только не поддерживает. Раздельный климат-контроль. Под человеку слева будет дуть теплый ветер, мне будет дуть холодный ветер. Кстати, из минусов, ну или это из недостатков, я не знаю, как это назвать, что у передних сидений только подогрев сидений, а сзади они еще и с охлаждающим обдувом. Почему сюда не завезли, это непонятно. Дальше. Дальше по бардачку. Бардачок здесь огромный и также полный весь бардачок сделан из велюра. То есть мне даже не хочется сюда ничего ложить. Документы, например, или какие-то бизнес-проекты. Вот. Аукционник. Автомобиль пришел с оценкой 4,5. ББ. Пробег. Пробег у нас 43 500. В конце скажу стоимость. Вот, подстаканчик вот здесь выдвижной. Здесь немножко отличается. Запустим обратно. Приборная панель сверху. Обратите внимание, это у нас свет. Это у нас свет при открывании дверей для очков. Также все же в этом материале велюром. Закрытие у нас, кстати, находится в нашей средней комплектации. Два люка. Вот.
их можно открыть, закрыть тоже с помощью элементов здесь. Что еще рассказать? А больше, наверное, нечего. Спереди нечего рассказывать. Нужно переходить назад. Первым делом, что нас встречает, это вот такая вот офигенная надпись «Альфард». И половички. Половички везде. Также кожаные поручни, вот, за которые нужно держаться и присаживаться. Вот. Тапочки. Тапочки идут в комплекте. В подарок. Вот. Если нам мешает сиденье, то здесь есть две кнопочки, которые регулируют спинку, наклон. То есть я отсюда, ну, сидя сзади, мне мешает кто-то там спереди, и я беру и максимально его туда вжимаю, впереди сидящего, чтобы он мне не мешал кайфовать. Потому что я кайфую, еду вот здесь, в бизнес-классе. Давайте по порядку. Что у нас по порядку? Это супер максимально удобные сиденья с держателями, с боковыми поддержателями и головными поддержателями. То есть голова никуда у вас не уходит. В богатой версии вот здесь у вас будет пункт управления от сиденья. Вот. И вся электроника будете управлять вот здесь. Что мы можем? Что мы можем? Это пододвинуть спинку, развалиться, чтобы, и одновременно выпрямить для наших ног, ножек уставших. Вот. Все, поехали в дальние плавания и на моря, и на деловую встречу, и в сауну. Везде, куда только угодно можем ехать. Здесь у нас подстаканчики, вставляем кофе, чай, едем, пьем. Что дальше, что дальше? Убираем обратно. Перейдем, наверное, к люку. Люк у нас открывается и закрывается только с водительской стороны. То есть он регулирует. Я говорю: водитель, открывайте мне люк. И водитель мне открывает люк. Дальше. Что самое интересное, также наверху у нас расположена панель управления. Панель управления воздухом, климат-контроля и люком. Люк у нас здесь вот такой. Можно туда чик, бац, и вылететь. Дальше здесь еще есть подсветка, которая идет по всему потолку. Она регулируется по цветовой гамме и регулируется по яркости. Можно приглушить, можно сделать поярче. В общем, здесь миллион оттенков цветов. Также управляемый свет. Свет находится вот здесь, вот здесь. То есть для каждого пассажира он индивидуальный. Можно сделать поярче, можно сделать менее яркий. Откроем, наверное, люк. Дальше. Дальше. Самая единственная здесь механическая кнопка, это кнопка управления, ну, вперед-назад. Вот. Единственная механическая вот здесь. Также здесь находится столик. Вот. Ну, который также можно расположить ручку, там блокнот, телефон и так далее. Два подстаканника уже рассказывал. Сиденье безопасности. Колонки расположены в дверях. В дверях расположены не только колонки, но еще и шторочка. Шторочка здесь вот такая. И с этой стороны также закрывается, затемняется. Рассказать, наверное, еще нужно про небольшой мини-барчик вот здесь. Можно положить что-то сюда и ехать попивать. Вот. Здесь тоже все есть. Так, также располагаются две 100-вольтных розетки. Выглядят, показаны они вот здесь. Вот, для ноутбука 100 вольт достаточно. Также одна розеточка еще вот здесь. То есть мы имеем три розетки на заднем салоне. Что еще, что еще? Перейдем, наверное, назад. Сзади у нас просто огроменное пространство. То есть мы берем здесь есть рычажки, и мы можем сами регулировать положение передних капитанских сидений. Здесь у нас для места для двоих, но есть третий подголовничек, который будет, ему будет не очень удобно сидеть. Также у нас здесь подлокотники, шторки, они в наличии. Шторки в наличии. Вот так. Два подстаканника здесь, один подстаканник слева, какая-то дискриминация, и все механическое. Вот, это спинка,
И вот здесь у нас должен быть чуть ближе, чуть дальше. Для чего эта регулировка нужна? Для того, чтобы, ну, сделать побольше места в багажнике. Также у нас здесь свет, также у нас здесь кондер, ручка с крючком, вот, маленькая полочка вот здесь. Ну и, в принципе, ничего необычного, я бы вот так сказал. Вот. Но места дофига. Друзья, расскажу вам про то, как автомобиль едет, а едет он очень плавно, словно корабль покоряет волны. По расходу. Расход здесь у нас 11,9 километр на литр. То есть очень экономичный в дальние поездки с семьей будет супер. По поводу ценовой политики. Ценовая политика за Alphard 2017 года самой стандартной комплектации начинается порядка 2,7-2,8 миллиона рублей. Дальше средняя и выше, и выше, и выше уже около 3-3,1 миллион рублей. Если вы хотите самую жирную комплектацию, самую мощную, то готовьте 4 миллиона рублей. Вот, как-то так. Друзья, спасибо большое, что посмотрели на меня, посмотрели на шикарный Alphard. Меня зовут Дмитрий, компания Tosei. Увидимся!